Сегодня я обнаружила в своей постели клопа. Он был огромных размеров и прогонял маму из кровати. Говорит, уходи, мама, самому места мало. Да, Витямбыш. Ой, лизнул такой меня для приличия. Говорит, ладно уж, оставайся, говорит. Оставайся, мама, с нами. Да, Витюш? Всем доброе утро, Витюмбыш. Нас Витюмбыш всем желал доброго утра. Да? Вить, пойдем фундамент убирать для лисят? А, Витямба, пойдем? Мать, без ногтей? Раненая уже ходит. Надо на коррекцию, честно, вообще даже нет времени ни самой попилить, ни съездить. Ни съездить некогда, некогда, скази. Есть когда, но мама лучше дома что-то будет делать. Где мой щёночек? Чего там? Я еще никого не нянчила. Вчера потеряла банку консервную, эту рекавери с паштетом. Пошла в 5 утра Юльку кормить. Нету банки, и все, пошла. И на доме 2 холодильника, и тут, и везде. Нету, нету. Миша уже потом утром встал. Говорит, там на клетке, говорит, которая стоит. А я, видно, несла ее, короче, поставила где-то на доме 2. На столик там. А кошки ее быстренько вместе с ложкой унесли под стол, но открыть не смогли. Слава богу, а то последняя баночка рекавери заказала. Сейчас еще ю-ю. И мой сладенький. И мой хаёсенький. И мой котик. Мама, видишь, память, как у рыбки у нее 3 секунды. Мышь мой летучий. Летучая мышь Виктор. Где? А? Ты летучая мышь Виктор? А, тут уже платье мое скоммуниздили. Дай сюда, фетишист. Ты фетишуга. Фетишуга ты. Ты фетишуга. Доброе утро тебе, собачонок. Собачонок. Куда за дверь пошел? Все, у него там Нарния. Егорий. Зопик. Вить, скажи ему, а? Чего он так себя ведет? А, еще один. Еще один фетишист. Спускайся давай, пошли, работать надо. Спишь тут. Сейчас, говорит. Сейчас, секунду.